Привет! В эфире ваш проводник в мир отличного настроения и новых впечатлений. Как провести выходные в большом городе, разберемся прямо сейчас. Поехали! «26 октября в рамках 5-го международного фестиваля «Французская осень» пройдет мастерская по созданию 10-метровой фрески с иллюстраторами из Франции. Участвовать приглашают детей с 8 лет и взрослых. В мультимедийном парке «Россия. Моя история». Начало в 17:00. Нужна предварительная регистрация. «25 октября в 11 часов в Дворце ветеранов в рамках проекта «Портрет мастера» состоится встреча с лауреатами ветеранской книги рекордов разных лет. Это сборник рекордов ветеранов, в которые вошли уникальные достижения пожилых жителей Самары. На встрече можно познакомиться и пообщаться с настоящими героями. Рябиновый бал – яркий концерт академических ветеранских хоров состоится в ДК «Победа» 27 октября в час дня. Выступление посвятят 30-летнему юбилею Народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение». Воскресенье – один из самых добрых и уютных праздников – День бабушек. Поздравлять своих родственниц будем в Самарте. Совместно с региональной общественной организацией «Союз женщин Самарской области» Театр «Самарт» организует праздник. Еще в марте в Международный день театра «Союз женщин» объявил конкурс через все свои отделения Самарской области. За полгода на конкурс было представлено много рисунков, эссе, статей, стихов и рассказов о любимых бабушках. 27 октября подведут итоги. Кроме этого, гостей ждет праздничная программа. В субботу в полдень Самарская филармония ждет гостей. Фестиваль «Рожденные в сердце России». Концертные программы представят муниципальные районы. Больше 400 участников. Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области, а также является участником национального проекта «Культура». В воскресенье в 18:30 в концертном зале Самарской филармонии пройдет закрытие международного фестиваля искусств «Самарская осень-2019». На сцене филармонии выступит всемирно известный коллектив «Государственная академическая хоровая капелла России» имени Юрлова. Ее выступления поражают слушателей всего мира тонкой звукозаписью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством. Традиционный музыкальный вечер во дворике музея «Модерна» уже сегодня в 7 часов вечера. Выступит коллектив «Под звездами». Музыка группы экспериментальна. В ней замешаны джаз, блюз, лаунж, звучание акустических и электронных инструментов. На этом все. Всего вам доброго. До встречи.